Всем привет! Я сегодня хочу убраться на своем рабочем столе к лету. Давайте же начинать! Вот мой стол. Конечно, тут не очень грязно, но могло быть и лучше. Давайте же начинать. Вначале я все тут разложу. Тут у меня линейки, пластики и куча всего. Сейчас все вывалю. Контейнеры я буду ложить вот сюда. Блокнотик мой. Тут клей. Куча всего. И это расхламление. Дальше у меня есть заметки тут разненькие. Вау, вот это да. Сейчас я все положу и протеру на столе. Я все убрала со стола. Теперь буду все протирать салфетками. Они у меня антибактериальные. Жук, жук, жук. Протираем. Чуть-чуть пыльно. Я хочу еще протереть свою карту. Так как она глянцевая и ничего не повредится. Сейчас я буду еще протирать. Теперь я все хочу разлаживать по своим контейнерам. Вот мой первый контейнер, он будет стоять здесь. Сейчас мы будем все ложить внутрь. Но перед этим я должна протереть его. И второй контейнер. Вот первый контейнер и второй на своем месте. Давайте же я сейчас буду показывать разные предметы и ложить в свой контейнер. Так, начну. Первое, это у меня тут две точилочки. И вот тут арбузик и апельсинка. Положу вот в этот контейнер. Дальше у меня есть два ластика. В штучечках положу сюда. Дальше у меня есть еще точилочка. Сюда. У меня есть куча ластиков. Вот первый. Сейчас вот еще. У меня есть очень странная точилка с ластиком. Вы готовы это увидеть? Мне кажется, вы будете в шоке. Да, и это то, что вы подумали. Это унитаз. Открываем. Тут ластик маленький. Единорожка. А здесь это точилка. Положу точилку. Сейчас подумаем. Сюда, думаю, еще ластиков. У меня точилок много. Вот еще ластиков сюда. У меня есть вот такие вот ластики. Сюда. Точилочка. Она даже с мусором. А
теперь без. Положим. Дальше у нас такие вот ластики. Вот. Сейчас я вам покажу еще. Вот еще тут ластики. И вот еще у меня очень много ластиков. И это интересный факт обо мне. Маленькая такая точечка. Что у меня есть еще? Есть еще одна маленькая точилочка такая, так, туда. Так как я говорила, что я очень сильно люблю ластики, то сейчас я вам покажу доказательства. И вот. Это куча ластиков. У меня где-то была еще одна кучка. А вот она. У меня 4 пачки ластиков. Мне кажется, оно сюда даже не поместится. Пока я положу так, а потом это сейчас подправлю. А то еще как-то набросала тут. Пластики надо очень круто утрамбовать, чтобы они все поместились. Вот. Берем вот такие ластики. Вот такие ластики ложим. Сюда, эти сюда. Эти вот сюда. И вот такие разные надо разложить. Вот так вот. И вот. Все. Более-менее. Оно все у меня поместилось. Так, точилки. Сейчас я посмотрю. Это еще не все в точилках. Вот такая вот точилка, еще солнышко большое. Я вот сюда и больше я не вижу. Точилок. Вот сюда. Ой, мне походу какой-то ластик, да. У меня ластик упал. Теперь, у меня есть несколько декоративных скотчиков. А вот, у меня еще есть ластик на карандаш. Ну, это чтобы просто удобно держать. Сейчас декоративные скотчики вам покажу. У меня их как бы немало, но и немного. Вот. Декоративные скотчики, ну, тут еще обычно есть. Сюда положу. Вот. И маленькие. Закидываем. У меня еще маленькие контейнеры, которые я тоже тут храню. Маленькие контейнеры. Вот такие вот. Которые открываются. Вот сюда. Я не помню, это ли все. Сейчас посмотрим. Такая вот штучечка для циркуля, но я не пользуюсь им в школе, поэтому я спрячу его в шкаф. Дальше у меня есть вот такой вот корректор. Вот положу-ка я его к точилкам. Еще я, тоже интересный факт, я коллекционирую Love Is. Вот у меня есть блокнотик. Вот. Тут повторки. И вот в эти вот штучки, фантики я ложу наши буклетики. А вот у меня их очень много. Это 6-я страничка, 7-я, 8-я, тут написано 9-я, 10-я, 11-я, у меня уже рука устала, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я,
16, и все. 16 страничек. Она прям такая объемная. Положу ее вот туда. Туда. Дальше. Вот тут вот контейнер. У меня есть разные заметки. Вот такой. У меня такие большочки. Так, вот такие вот заметки. Вы думали, что это все? Но нет. Вот, у меня есть заметки. Вот. Во-первых, вот еще одна заметка, карандашик. Еще такие вот заметки. Есть вот такие вот заметки. И вот такие вот заметки. Больше я как бы заметок не вижу. Ну да, это все. Заметки я хочу положить вот сюда. Они будут лежам. Кидаем свои заметки ближе и посмотрим, как мы накидали, аккуратно или нет. Сейчас я положу как бы аккуратненько, аккуратненько. Сейчас разложиваем. И еще. Все. На этом на заметках все. Теперь у меня есть собственная коллекция. Я даю вам 5 секунд, чтобы угадать, какая это коллекция. Раз, два, три, четыре, пять. Барабанная дробь. Это такие вот штучки от чайных пакетиков. Тут очень много разных штучечек. Положим сюда одну карточку. Тут их очень много. Я положу их сюда же. Дальше. У меня вот это вот были обычные заметки. Но у меня еще есть самодельные заметки в виде квадрата. Сейчас я вам покажу. И вот они, их много. Чтобы они не мялись, я их положу вот сюда, под это. Еще у меня вот есть заметки, вот такие вот, тоже самодельные. Положу их вот сюда. Дальше. У меня есть какая-то тушка тут валяется. Она очень страшная, какая-то непонятная. Я не хочу ее, конечно же, наносить, поэтому я ее выкину. Лети, маленькая акума. Дальше у меня два клея. Сейчас покажу, куда я его положу. Вот сюда. Та-да-дам. Дальше, сюда сейчас, раз, и два. Я очень много люблю коллекционировать разных штучек. Сейчас я вам покажу, что я люблю еще коллекционировать. Сейчас соберу. И вот, это разные какие-то такие вот бирки, они бывают очень красивенькие. Положу их в самый конец. У меня еще есть самодельные блокнотики. Сейчас я вам покажу. Вот. Положу их тоже в последнюю ячейку. У меня есть наклейки, но пока мы с них не дошли. Потому что они, думаю, не будут храниться. Еще штучка от пакетиков чайных. Я сюда положу
потом. Что вдруг еще что-то будет. У меня есть маленькие блокнотики, но я в другое место положу. Тут кружочки, я думаю, тоже такое место. О, я нашла еще одну такую штучку. Туда. У меня еще есть самодельные сквиши. Такие вот два сквиши, эмоджи. Положу тоже последнюю ячейку. Дальше еще у меня закладка вот такая вот есть. Еще у меня какие-то непонятные штучки. Я хотела как брелок сделать. Вот. У меня есть динозаврик и Мулан. Сейчас у меня выпало тут колечко. Вот. Все. Ну, я думаю, положу. Тоже в последнюю. Бедная последняя ячейка. Все в нее пихается. Тут. Вот. Еще вот такая вот наклеечка. Что это? Я не знаю. Я тоже в последнюю ячейку. У меня еще есть скейтик такой. Красивенький, я уже предпоследний положу. У меня есть вот такой вот подсолнышек, может его приклеить. Но думаю, хотя будет прикольно. Надо будет попробовать. Я, может быть, в конце видео это прилеплю. Так, чайных пакетиков я уже не вижу. У меня кровать уже почти пустая. Поэтому ложим. Чук. Мне кажется, все люди, когда убираются, все ложат на кровать, а потом с кровати по полочкам. Я лично делаю так. У меня еще есть много разных линеечек, штучек. Вот, как линеечки у меня разные. Тут еще есть закладки для книг. Я их положу на полку, где у меня ручки и карандаши, ну и... Все такое. Дальше. Я хочу уже перейти к этой полочке, потому что тут вот мы уже как бы закончили. Так, туда я положу вот такую вот штучку, боже. Я могу что-то написать, взять маленькие прищепочки, у меня они есть, и что-нибудь прикрепить. Дальше. У меня есть куча разного декора, который там стоял. Во-первых, у меня есть свечка. Я пока все сюда положу. У меня есть еще один декор. Самодельный декор. Причем. И вот у меня еще есть декоративные, маленькие декоративные цветочки, не маленькая ваза. Хотя, можно и так сказать. Начну с маленькой вазы, потому что ее, мне кажется, сложнее всего положить. Потому что она путается. Вот. Положу вот сюда. Я потом вам покажу. У меня есть свечка. Такая вот красивенькая. Это уже какой-то асмер. Положу вот сюда. Сейчас я вам покажу, что получилось. А нет, у меня еще есть салфеточки. С прикольчиками. Это жартивлыва серия. Для очищения совести. Интересненькие салфеточки, короче. Вот. Как красивенько. Сейчас буду вот тут вот обустраивать. Так. Вот и подошло к самому сладенькому. Вот. У меня такая штучка. А, о боже, как много всего. Эту штучку я положу туда. О боже, как тут все навалено, боже, пофиг. Берем. Тут у меня папочка с разными штучечками. Думаю, положить вот это вот. Я думаю, уже папки не буду разбирать, потому что я там убиралась уже.
Дальше у меня много карточек таких вот, телефончиков от Ева. Ну, пусть как бы будет. Дальше у меня такие вот как бы обложки разные. Дальше вот положу туда. Дальше у меня какая-то штучка есть тут, тоже еще одна папочка самодельная. У меня есть еще одна папочка. Тут много разных наклеек, поэтому я вот это вот положу вот сюда. Все. И тут какие-то карточки. Они у меня побегло с какими-то продуктами. И сзади я написано. Ого, тут перевод есть. Milk. И транскрипция даже. Это я, походу, раньше учила. Ну, пусть лежит. Как бы все пригодится, как говорится. Вот так вот. У меня есть какие-то вот такие вот штучки. Да, это маленькие такие вот звездочки. Вот сюда кину. Ну, две ячейки там почти пустые. Вообще пустые, как бы. Вот так. Ну, мне кажется, я убрала. Поэтому сейчас я вам покажу результат. Чух. Вот, начинаем. Вот. Фух. И все. Вот такой вот у меня чистый столик. Ну а на этом все. Всем пока-пока. До скорых встреч.